Добрый день. Мы проводим переговоры с министром иностранных дел Японии. それは明らかに領土問題について見解の相違があるのは、もうそれは皆さん方すでにご承知の通りでございまして、私どもは北方領土四島についての領有権があるという主張をしておりますし、まあ、それについてロシアの皆さん方はまた別のお考えだと、まあ、どういう解決策があるかと、まあ、それが今ここでお話しできれば、こんなに幸せなことはないのでありまして、そのお互いに納得できる合意できる答えを見出すべく、今後最大限の努力をしていこうと、そしてその問題を解決をしながら日露両国間の関係をさらにより良いものにしていこうという共通の意思を両国首脳も持っており、我々外務大臣同士も強く持っているということははっきりしているわけであります。Наши позиции в этом вопросе расходятся. Можно сказать, что они противоположны на данный момент. Мы полностью согласны с необходимостью искать взаимоприемлемое решение или, как выразился господин Матимура, строить мост. Конечно же, мост строят с двух сторон. И, конечно же, мост строят на фундаменте. И наше убеждение, что сейчас главная задача строить фундамент. Друг перед другом оказывает воздействие на...